Упс. Да, отличное начало серии. Походу, у меня есть на F9 идет загрузка. В общем, так. Всем привет, ребята! С вами снова я, Зазеппа, и мы продолжаем катать в Сталтер Призраки Прошлого. В прошлой серии мы остановились вот на выбросе, то что мы его пережили. Выполняли немного побочных квестов. Привет. Вот. Надо освежить память. Чё у тебя с глазами? Походу, я явно из этого, из... Ведьмака. Все, выброс закончился. Так. Борис, все живы-здоровы? Ну и выброс был. Подходите на Янов. Залатаем. Обязательно. Ну и выброс был. Как-то это странно. Выброс никак не планировался, будто что-то вызвало его. Да тут кром какая-то чертовщина происходит. Монолитовцы явно что-то замышляют, прошу прощения. Да, тут что-то не густо. Слушай, ты говорил, что документ какой-то, что там покажешь? Так вот, документ об аномалии купол. Никогда не слышал о такой. Тут и впрямь написано, что это аномальное образование, а не установка. Черт, нужно пробить по источникам, может что-то еще узнаю. А мне пока что делать? Ах да, тут какая-то хрень опять творится после того, как ты уничтожил источник радиопомех в детском саду. Связь вообще оборвалась. Ни с Юпитера, ни с Затона, никаких вестей. Так вот, я хочу отправить туда Гарика, пусть проверит там все. Он весь проводник дороги знает. Иди поговори с ним. Он чего-то хотел от тебя. Ну хорошо, поговорим сейчас с Гариком Харламовым. Так, что это? Это СКС, что ли, что это? Винтовка Мосина 1891 года. Фига себе, она родная еще к тому же. Стоит дофига денег. Мы сейчас денег потратили хорошенько, так знатно. Всякие улучшения, костюмов там. Все, давай, чувак, до встречи. Время дорого, рассказывай. Так, давай-ка мне свою работку. Я помню, там тебе контейнер надо было найти какой-то. Неловко говорить, в общем, ситуация глупая. Я когда с отрядом сталкеров шел сюда, мы устроили перекур в гастрономии. Я, пень старый, забыл там свой контейнер для артефактов. Он пустой, но очень мне дорог. Можешь поискать? Я просил нормальное и ответственное задание, ты про какой-то контейнер втюхиваешь. Эх, никто не поможет. Ладно, нет так нет. Если вам пробегать буду, тогда принесу. Все. Принесем пустой контейнер. Что делать? Что делать? Что, сгоняем за контейнером и сначала с Галиком сходим. Так, прибор МИ. Так, чё? КБО. Так, шахтер просил. Давайте сейчас пока сбегаем по этим трем заданиям. Привет, брат. Привет, ты же Галик, да. Да, я мне сообщил. А еще сказал, что ты меня звал. Да, хочу, чтобы ты прикрыл меня. В зоне сейчас неспокойно. Твоя помощь не помешала бы. Я прошу тебя довести меня до перевала, а там я дальше сам. Это за прачечной, где недалеко. Еще этот гребаный туннель. Поможешь? Хорошо, пойдем, я тебя прикрою. Давай, Галик, хорош водку глушить уже. То я сейчас начну глушить ее. Шо, Галик, давай. То у меня немножко радиации было. Ну ты идешь или как? О! Вот это разговор. Так, блин, я же забыл купить этих. Ракет. Стой, Галик, а ты где? Ай, блин, забыл, он же сюда ходить любит. Ну что, горилло? Ёбушки-воробушки. Противник. Очень противный противник. Да. Давайте последнее сохранение. Возьмем, короче, все те же самые задания, что-то не сохранился даже. Гарик. Гарик Поттер, блин. Я уже забыл, какая-то игра хардкорная. Давай, 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 все. Давай, выброс. Бам. Здорово. Слушай. Возьмем пока у тебя квест. Так, все. О боже, какой же это долгий выброс. Так, привет. Выброс закончен.
О, кстати, давай-ка. Все, от радиации меня вылечил. Водку уже пить не будем. Все, Гарик. Гарик. Привет, брат. Гарик, сухарик. Так, сохраняемся. Бежим с Гариком. Пошли, Гарик. Так, а я опять не купил. Ладно, уже пойдем тебя прикроем. Хотя было бы очень отлично там просто заминометить все. Ну, просто будем действовать аккуратно. У нас же есть ПНВ. Помните? Я думаю, сейчас лучше с ПНВ походить. Хотя фиг его знает. Вроде видно столько же. Да блять! Да, бля. Одни эмоции. Так, нужно хлебануть немножко опять. О! Хорошо, а минералочка. Холодненькая, прям с морозилка. Так. Гарик? Идешь? Нет? Хороший мальчик. Братья, внимание! А вы тут? Блять! Сам ты, блять, червь, нахуй! Нос в задницу, а? Этих червей! Гарик, блять! Да ну нахер! От советского информбюро... Не, ну вы, блять, видели это? Вы, мать его, видели это? Ну все, вам задница, я вам обещаю. Вам просто задница. Ребята, такая большая, сверкающая, блин. Не знаю, намыленная задница вам. Так иди-ка сюда. Давай-ка сюда, гранатометный. Привет, брат. Дети, мана... Жоповцы. Не понял, а чё это я шмальнул туда, он взорвался где-то справа? От советского информ... От советского информбюро. Ой, блядь. Походу опять придется резать все это. Ну? Давай, быленько. Привет, брат! Даже, блять, какие-то одни грёбаные монолитовцы. Надеюсь, всех выкосил. Блять, уже показалось. Нахуй, короче, в этой траве. Давай гранат пару штук, я, наверное, зря их продал. Умри, блядь. Труп. Давай сюда калашников свой. Так, где там еще был третий пидорок? Мужик, ты оружие спрячь. Давай, Гарик. Спасибо за сопровождение, дальше я сам. Да ты, блядь, и без меня бы справился, они тебя даже не атаковали. Горилла, блин.
Все, Гарика мы сопроводили. Так, прояснилось что-нибудь? А, вот и ты. Ну что там с Гариком? Я ее провел до забора за прачечной, мы встретили троих монолитовцев, которые пытались нам помешать. Все это очень странно, очень. Ах да, я узнал из своих источников, что этот купол действительно существует. Но где он и как себя представляет, неизвестно. А еще недавно мы смогли перехватить какой-то разговор монолита. Сегодня на территории общежития должна пройти какая-то встреча душ. Я хотел бы попросить тебя проследить за встречей их здания напротив, с последнего этажа. Так что, разведчиком будешь? Хорошо, задачу понял. Так, не, артефакты мы пока ему искать, хотя... Возьмем еще побочный квест на артефакт. Так, денег нам он, к сожалению, не дал, но мы починим сейчас калаш. Это тоже починим за 26 рублей. Все, продадим сейчас калашников, хотя бы один. Блять, я что, не починил, что ли? Гарик? Хорош водку глушить. А, достаточно денег. 96. Чего вообще навалимся? 96 так 96. На, забирай. Эти две колбасы. Так уж и быть. Я никуда не спешу. Я не спешу никуда. Все. 649 там. Продали за 1800. Хоть какая-то копейка да будет уже. Так, все, сохранились мы. Отлично. Боже. Великолепно. Так, ну ты меня не залатаешь. Аптечки у нас все нормально сейчас. Так, нужно глянуть на карту. Так, здесь за монолитовцами проследить. Так, найти что-то там. Контейнера здесь. Найти прибор. Псевдособак. Давайте пока сгоняем, пока темно у нас. Псевдособак убьем. Что нам они сделают? Я ведь прав. Даже сохранюсь перед этим. Так, ну короче, где-то за поворотом. И туда они. Так, собачки. Вот ваш папочка пришел. Все, собачек не стало. Идем на следующее задание. Где там оно? Так, как-то. Так, прибор нужно найти там какой-то. Так, сохранюсь-ка я. То в этой игре не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Так. Короче, вот там вот. Там здание. Универмаг. Здание универмага. Давайте с фонарем, как-то понадежнее себя чувствую. Ящик. А где мне твой прибор искать? Ясно, в той части здания. Где-то тут я не пойму. Бля, он походу снизу нас. Опять в эти аномалии лезть придется. Найти вход. О боже. Так, ну здесь просто дверь заперта. Здесь у нас толчковая область. Просто. Это
здесь заблудиться, блин, как нефиг нафиг. Еще здесь, как говорится, дверь не открывал, да? Ну и как быть? Как быть? Похоже, за здание может просто. Че, опять хавасос? Ясно, не у нас. Там никто не отреспавнился. Славненько, славненько. Так, ну где же он тут? Вроде там все входы обшмонал уже. Может где-то здесь заход? Нет. Не здесь. Не здесь. Не, ну нафиг. Так, толчок. Чего интересного? Так, здесь просто такая центральная комнатка. С ящиком. Кто там уже репит? А, вот это где. Боже, ну я слепой. Прощения просим. Бля, что-то я очкую. Так, ну мы подобрали тут артефакт, да? Блять, а где он? В смысле, не артефакт, а... Так, ну тут мы нашли. То мало ли. Нужно найти прибор МИ. По словам Вервольфа, искать нужно либо в КБО, либо под гастрономом. Ну вот, под гастрономом. Прибор. Тут мы уже обыскивали. Тут ни хрена не нашли. Так, это было близко. Ау! Ау! Может, тут там, где эта аномалия летает? Не, ну нахер, я сваливаю. Ой, короче. КБО там. Искать еще. Уже здесь где-то, а? Как считаете? Что-то мне так иногда кажется, что где-то здесь. Ой, ладно. Где-то тут он его оставил. А самому лень идти. Ёбаный в рот. Пидор. А, там членосос находится. Как-то сложно очень. Может, мне проще просто дня дождаться и все. Я так подумал. Так, это мы где вообще оказались? Где-то в непотребном месте, да? А, пойдемте сюда. С КБО справимся. Так, сюда. Он куда-то сюда. Нет. Это дело принципа. Давайте сходим уже контролёга за... Ну, в смысле, не контролёга, а кровососа замочим.
Воу. Братки. Блять, ну и эти еще добавили мне звездюлей. Ну замечательно. А может быть свой пацан пришел помочь им? Они меня мочат. Так, все, спокойно. На этой сути прямо в голову стрелять. Так он где-то вот там вот, да? Прямо и налево. Так, кровососа вроде как не слышно. А его обычно очень хорошо слышно. Так, сейчас за поворотом. Так, тихонечко забираем, тащим контейнер. Думаю, даже можно сохраниться. Теперь уходим отсюда. Так, нас, походу, хвосос спалил. Пошел нахер! Быстрые ноги пизды не боятся. Так, сохраниться. Так, ладно, контейнер взяли. Пару калашей у нас. Даже один калаш есть. О! Вот незадача, да? Сходим, отдадимся, возьмем денежки, может что-нибудь закупим еще заодно. Ну я не знаю, какая-то, блин, еботня с ними, с этими хвососами. По-моему, раньше попроще было. А посмотреть, может какой-нибудь дробовик, я не знаю, что ли. Если он бы здесь в этой игре просто бесценный был бы. Вы представляете, с упора, блин, на хвососа дробовиком идти, это... это ж просто сказка. Уже там разорвет просто во все стороны. Так, на свой контейнер. Так, спасибо, 7500, давай. Слушаю тебя. Не забывай больше. Завалил псевдопсов. Поджал свои щупальцы. Славить, мы убиваем ее детей. В общем-то, тут вот какое дело. Я отправил группу сталкеров, чтобы они проверили школу, но недавно они вернулись. В общем, там теперь живут снорки. Если завалить их всех тварей на территории школы, то деньгами я не обижу. А еще дам хороший автомат. С на этом. Так, ну давай. Специальный. Что, давай поторгуем. Что там мне за автомат дал? На себе оставь. О, что-то со светом было. Так, у нас 20 косарей, кстати, есть уже. На, забирай за 1900. Чего я хотел? Так. Купить вот эти гранатометные выстрелы. Мне 3 хватит. Так, купить. Так, ну вроде пока все пучком, да? Прицелы не особо не нравятся в этой игре.
Ну все. Сейф. Что ты мне еще скажешь? Ничего не скажешь. Давай сюда водку. Напей ее. Что-то до хрена у меня как-то было. Так, куда пойдем? Пойдем сейчас. Странное дело занять указанную точку. Все, пойдем тогда. Там никого не будет. То мало ли, я их знаю. Так, блин, что-то секунду, подождите. А уже на самый верх, да? Или нет? Походу, да. Это я еще из Ово Припяти помню. Так, и что там у нас? 4 монолита. Ликвидировать химер. Да просто сейчас ликвидируем химер. Зря я, что ли, покупал. Сохранюсь. Что-то какой-то хреновый у вас этот, третьего поколения. Ау, химеры. Чё, сюда никак? Химерка. Ау, моя маленькая. Иди сюда, иди к папочке. Бля, она, наверное, на третью не хватит. Химерка. Я тут. Это детеныши химеры. Или что это? Ау! Да, тут, походу, надо быть поосторожнее немного. От советского информ... Ну что, виноват, что они такие? Тяжкие. В общем, только за счет гранатометных выстрелов мы и живем. Без них идти на задание не имеет смысла. Привлечь сейчас надо их внимание, и потом уже с гранатомета их лупить. Так, минус одна. Закусить колбаской, забинтоваться бинтом. Так, сохранить. Сменить на автоматический режим. Так уже быть, эту шлюху убить надо. А чего по кругу ходите? Господа химеры. Хорош, там набздели уже. У меня аж патронов на вас не хватит. Придется за добавкой бежать.
Блять, ну вы живучие. Ну вы гниды живучие. Давай же пуль не напасешься. О, а ты, по-моему, завалил. Вторую тоже. Зачем ты нарушил сеанс? Монолит не простит тебе этого. А что тебе нужно? Ты прервал наш сеанс, и он не закончен. Теперь вернусь потерян невозможно. Мы хотим, чтобы ты помог. Ты знаешь о великом куполе? Купол, да, знаю, но совсем мало. Тогда ты должен узнать все. Купол — это наша защита, которая временно защищает зону от выбросов. Но ты помешал, теперь купол работает неисправно. Купол был предназначен для того, чтобы новая тварь зоны не беспокоила монолит. Это очень опасный монстр. Купол — это не установка, а аномальное образование. Что-то вроде артефакта. Мы активировали его, и он защищал нас, пока ты не вмешался, неверный. Черт, ладно, что теперь? А теперь тебе нужно нам помочь. Чтобы остановить разрушенное. Мне сказали, что этот монстр может обитать в старом КБО. И дам тебе моих людей, и ты проверишь это место. Если тварь там, ты должен ее уничтожить. Понял, надеюсь, все вернется на свои места. Слушай, приятель, с тобой поторговать можно? Молись мне. Правильно, молись мне. Темно, как в жопе. А меня аж сюда затащили, да? Может, нахрен этот монолит? Пускай сами разбираются. О, пойдем срежем через здание. Перезарядимся уже, так и быть. О, монолит там уже с кем-то воюет. Так, я не понял, а где прицел, где все? Так, ладно. Не уйдешь, враг, умирай! Я не буду умирать. Да вам надо бы умереть. О, гопник. Самый настоящий живой гопник. В общем, походу нам... Там, где мы были, да? Бля! Так, задание выполнено. У нас что, пушки нету? Ёлы-палы. Нам жопа. Хотя нет. Или да. Где мы ствол потеряли? Мать Тереза. Как мы умудрились так? Нахрена забежал конец коридора. Совсем забыл, что у нас нож есть. Великий и могущественный ножик. О, все появилось. Вот теперь все на месте у нас, да? Так, тихо в аномалию не вступить. Так, теперь эти пацаны вроде как зомбировались, да? Монолитовцы. Ну и хер на них, хай будут зомбированными. Шо, я должен их... У-у-у, ребята. Вставай, сталкер. Твой путь еще не закончен. Да уже встал. Только ты сказала. Так, ну что, пойдемте на нашу прачечную.
Так, что у нас тут? Так, убить снорков. Давайте сходим уже, раз тут недалеко убьем снорков. Сохранимся только перед этим. Снорки? Вы там где? А вот и снорки. Обезьянки, блин. Обходят, падлы. Так, минус один. Главное их не подпускать к себе близко. Минус второй снорк. Где-то там еще третий ходил. Ублюдок. Иди сюда. А лучше подожди немножко. Самый наглый. Так, все. Скончался? Снох, который скончался. Да где-то тут еще. Ну нахер. Иди сюда. Блядь, сколько вас там? Ладно. Сейчас разберемся. Нужно сходить потом сейчас поспать. То заебал тут уже ночной визор. Но есть одно и преимущество, у нас хуже видно. Да? Снорки, ау. Угу. Они туда тпшнулись. Так, все. Я один там. Снорк. Все. Нету снорка. А вон еще один. Не, ракетница у меня на самый крайний случай. Ради одного снорка тратить ее не хочу. Сидит там в засаде, в кустах. Все, снорк, блять. Патронов у нас тоже, походу, уже нету. Ладно, что-то мы растратились с этими монолитовцами, с этими снорками. Пойдемте. Пойдемте отдыхать. Надеюсь, сейчас на какую-нибудь группу бандитов нарвемся. Что-то у нас с патронами не густо. Походу уже не нарвемся. Сейчас походу покупать их. Надо было их в тайнике лучше оставить. Всякие
на 5 ИП. Там хотя бы половинку. Привет, брат. Так, давай, латай меня. Слушай, это Radiation. Ну, привет. Ты мне ничего не предложишь. Привет, брат. Вервольф, тут такое было? Ты где пропал? Что случилось? В общем, все, что случилось, с нами рассказываем. Ну ни хрена ж себе, хех, вот чертовка, понравился ты ей. Кому ты понравился? Девочки, Медейрос, походу из модификации. Ну и борзы эти снорки. Отрубился от этих тварей, все мертвы. Так что награда с тебя будет соответствующая. 14 косарей. Так, ну давай. Химеров. Химер, что ли, завалим за компанию. 50 штук? Это что такое? Что это за 200? А, это... Пулемётный патрон. У нас пулемета нету. Ну серьезно, у нас пулемета нету. Может, у тебя в продаже есть пулемет? Пулемета у тебя нет тоже в продаже. На, забирай. Дай только нормальных пуль. Так, 4. Нет, 3 этих. Ой, бля. Ну, у тебя патроны, конечно, дорогие. Купить. Ну, про новый костюм мы даже мечтать не смеем. Ой, а чё ты такой воинственный? Чё ты такой воинственный? Так, я такой, жизнь такая. Так, ну тут у нас вроде все в порядке, да? Патронов все равно мало. В общем, выкладывай. Так, чё вздыхаешь? Бахрали, хабар, хрен бы с ним. Ну давайте, шпану тогда повыносим, сходим, потому что нам патроны нужны, как бы. Где там твоя шпана ходит? Так, ну ладно, с прибором мы потом разберемся. А давайте, знаете что, давайте вообще поспим. Давайте поспим, знаете, до... Блин, до 7 утра. Так, ну, снов нету никаких. О, на свежую голову. Пойдемте разбираться. Кстати, насчет денег. Насчет денег и патронов. Это я протупил немного, согласен. И же столько лута, блин, прям под базой валяется. Ребята, я не могу иначе. Меня ж жаба съест. Бля, кстати, смотрите. Заказной он покруче моего даже. Давайте-ка его. Давай-ка. Он реально круче моего. Жалко, что пушки модернизировать нельзя. Так, давай-ка все чини это добро. Так, ремонт. 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 Так, ну и папашу тоже почини. Что скажешь, брат? Ну и заодно и пулями затарились, да? Давай-ка, знаешь что? Забирай, 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 забирай. Так. Гранатометные новые появились? Не появились у тебя ничего. Хреново. Что не появилось? Может, калаш какой получше есть у тебя? Еще получше. То мало ли.
Ну, короче, мы нашли идеальный коллаж, походу. Который нам до конца игры, да? И шотганов ничего у тебя нету. Ладно. Ладно, как скажешь. Так, ну патронов у нас, по крайней мере, теле нормально. Нормальное количество. Так, сейчас разберемся с бандюками. Мы жрать хотим, да? На, перекуси батоном. Вот бы еще майонеза наверх, да? Батон с майонезом. Классика. Нам чуть дальше по улице. Шушпаны. Атас. Срисовали нас, пацаны. Что бандиты делают? В самом центре зоны, можно сказать так. Это на всякий случай важных переговоров я сделаю. Так, ну минус два уже сделали мы. Что является бесспорным плюсом в сложившейся ситуации. Там что, решил застрять? О! Товарищ. Ну нахер. Ладно, кровососа мы завалили. Бля! О, кемпер, а? Ты посмотри на него, кемпедрыщик. Просто кемпедрыщ. Простой, банальный кемпедрыщ. Так. О. Я чё, монолитовцы здесь молились, да? А здесь никаких заданий нету. Сайд-квестов, я не знаю. Так, а чё за посылку? Мы вроде как ничего не подбирали. А, они её подобрали всё-таки. Какой-то ящик. Ну, со спокойной совестью можете идти дальше. Водички хлебануть. О!
АКС-74. Так, нам немножко дальше. Типа, едим немного уже, так уж и быть. Давайте ППШ какой-нибудь один вот поставим уже. Ну, разломанный, правда, уже. Ладно, пули уже тратить не будем. Монолит. Как ваше ничего? Мое ничего. А ваше как? Так давайте передохнем немного. Вас за нас никто не встречает. Так. Дадим квесты, может, что-нибудь купим себе интересное. Галик, как сходил? Как сходил, говорю? Ну ладно. Так, торговля. Ну, в общем, вы... Здорово. Так, давай чиним все это быленько. В общем, выкладывай. Что тебе выкладывать? Кай торговец выкладывает мне бабло свое. Только гранат много. Водку забирай. Столько много нам не надо. Хлеба нам тоже, в принципе, столько много не надо. Давайте посмотрим, может, он получше, не похуже. В общем, самую нормальную тему, походу, купили. Привет, брат! Так, мы у тебя брали задание. Так, контейнер 10 штук. О, еще КС нам дал. Что за КС? Он получше нашего? Похуже. Так. Что можно купить за 71 штуку? Собственно говоря, можно было какой-то костюм себе приобрести. Не дурски. А если мы свой продадим? 13 тысяч! 13 тысяч рублей за такие деньги, блин, я не знаю. За стилет стоит сколько? 275. Блять, да нам на него работать всю жизнь. Смотрим, что там по заданиям у нас. Лаборатория. Без химеру. Давайте сходим в химеру, ёбнем, и потом пойдем в лабораторию. Я думаю, там одна будет. Должна, по крайней мере, быть одна. Засейвимся на всякий пожарный. Так, она за этим зданием. Тут у нас гранатомет заряжен. Да, заряжен. Хорошо. Раз заряжен. Блять. В помещении с химерой драться. Давайте гранатомет, давайте в стиле Дюка Нюкима. Все? Вот и нету химеры. Ну и замечательно. Так, теперь пойдемте в лабораторию. Пошмонаем. Ты ее выделишь, нет? Так. Обойдем через здание уже, так и быть. Давай, приседай. Ты жопа. Обходи еще 100 лет. Где там лаборатория? Так, нам сюда. Сохранимся.
конце концов Химеру убили, да? Так, забор. Дедушка, ай, дедушка. Как твои дела? Так, вот лаборатория какая-то у нас тут. Таки добежали, я думаю, лучше сохраниться. А-а-а, здесь монолит сидел однажды. Точно помним. Это мне подарок, спасибо большое. Так, ну мне помнится, вроде как на верхний этаж надо было идти, да? Ой, спасибо. Ой, подсобили. Разрядить, разрядить, взять в руки. Это тоже мне. И это мне. А что еще мне? Так, ну нужно лифт активировать, да? Лифт активируется выше. Только не тут, да? А тут проход есть? Нету. Странные вы какие-то. Да, знаю, больно, неприятно. Мне ж тоже нелегко, мне ж все это тащить еще. И вот это мне еще тащить. Шуйзи неприятель. И мы такие, жизнь такая. Камуфлированный. Забетонированный. Это, по-моему, вот этот, да? Все, сколько у нас веса? 67 килограммов. Я думаю, больше и не стоит, да? Зря мы, может, костюм модифицировали. Нам нужно было сначала экзоскелет купить. Что уж поделать, да? Сами виноваты. Что-то тут нехорошее обитает, да, по-моему? Ладно. Так, а не здесь ли этот лифт? Случаем. Где-то тут должен быть. Чё они? Ну ладно, пойдем с той стороны поищем. Броди монолита. Один пацан остался охранять. А не, смотрите, два. Все-таки их было двое. Давай сюда все. Сейчас будем выбрасывать всякое ненужное, бесполезное. Блять, ну это в хорошем состоянии. Специальный. Что у тебя есть? Давай бинты сюда. Идеей, давай сюда. Ну и, блин, я не знаю. Что-то мы как-то дофига набрали. Бля, вы серьезно, нам еще выше? Куда уж выше? Вот чем хорош глушитель. Мы не поднимаем тревогу. Все, генератор запустили мы. Можно спускаться вниз. Так, здесь же мы не сможем спуститься, да? Или все-таки сможем? Чтоб без потерь. Так, сохраняемся. Давайте поехали вниз.
Необходимо как-то доступа. Я ее что, не взял, что ли? То есть, походу, она была у того ученого. В попу копченого. Ученый в попу копченый. Давайте слазим уже, чтобы нам не обходить по 100 тысяч лет. Так, а у кого как-то доступа? У тебя? Нет, не у тебя. А, вот она. Ёлы-палы, как мы это утащим? Давайте самые поврежденные калаши повыбрасываем. Одного хватит. Дрянь! Скоти... Чё, блядь? Дрянь! Скотина! Вам необходимо основание, прикол дула. Скотина! Сам ты, блядь, дрянь и скотина! Все, спускаемся на лифте, блин. А то нас тут уже три раза обозвали дрянью и скотиной. Или это мы так обозвали, то ж... А, не хватает. Дуло, приклад нам нужен. Так, стой, не нужно стрелять, я безобиден, я не причиню тебе вреда. Выслушай меня, прошу. Я не могу выстрелить, я даже пошевелиться не могу. О, черт возьми, что происходит? Как ты говоришь со мной, почему я тебя слышу? Мой голос в твоей голове, телепация, выслушай. Я знаю, зачем ты здесь, ты должен помочь. Кому помочь, откуда ты знаешь, зачем я сюда пришел? Почему ты меня до сих пор не убил? Не все из нас злые, мы хотим мира. Мы хотим жить, люди не понимают, люди убивают. Ты здесь из-за прошлого, ты здесь из-за мертвого, семья. Но как, откуда ты знаешь? Я слышу их, я не знаю, кто они. Они просят помочь, они не хотят, чтобы быть забытыми. Да кто они, о ком ты говоришь? Я громко слышу слово, он говорит Прометей, он ждет, найди. Но что мне искать, как я узнаю, нашел я или нет? Комната близко, спустись на первый этаж, зайди в вторую шахту лифта. Только так ты сможешь подняться на третий этаж с радиоприемник, забери и подойди ко мне. Спасибо, хороший контролер. Слушай, хороший контролер, с тобой торговать можно? В общем так, хороший контролер, забирай все это добро. Сколько у тебя денег? Тебе ж нихера нету. Так, давай-ка сюда, что полегче, я не знаю. Забирай вот это, то, что потяжелее. Ты падла. Ладно. Так, как он сказал, спуститься в шахту лифта, да? Ау! Давайте спустимся в шахту лифта. Сохранимся при этом. Артефакта здесь нету никакого. К сожалению, нету. Так. Угу, ясно. Как-то нет никакой. Нам же явно не сюда, да? Потом подняться, как он сказал, да? Или что там? Упс. Ау. It's hot, motherfucker.
Файз удаст! Я вам тут оставлю немного трофеев. Вы где? Кайныш. Блять! Хитрожопые. Вот. О, а что, детектор? О-хо-хо-хо-хо! Блять, нас ее ящиком забило. Так давайте выбросим все говно. Серьезно. Я не понял, где МП-40? Я хочу МП-40 себе. А, нам походу вниз спуститься надо. Блять, где МП-40? Сука. Ха-ха-ха-ха! Сука! Я так и знал, что там один пидор мелькает. Ну это, блядь, это пиздец как кого. Все, ладно, соберись. Соберись и... сделай их всех. Через потолки ходит. Нормальный плод вообще. Ублюдок! Просто ублюдок. Тут предсказать сложно, откуда они вылезут.
Бля! Ну, блядь, ну... Ну тебя в жопу. Вот мне полезного не дашь, даже своим МП-40 не одолжишь. Спасибо, все свободны. Какой смысл? Это ты? Это он? Спасибо тебе большое. А давайте поднимемся туда, там где мы были, там где этот крест стоит. Жуткое местечко. Бля. Сука, мне тушканчик убил. От советского, блядь. Ебать вас тут. Тушканов как. Собак нерезанных. Ладно, с этой задачей мы справились. А вот этот может, блин, ходить. Хватит ловить меня на диалогах. Всё, бывай. Пойду-ка я отсюда по добру, по здорову. Сходим сейчас наверх. Пробуем, может, ту могилу раскопать получится. Которая там прямо у лифта. Надеюсь, нас сейчас сюрпризов никаких не ждет. Походу еще и зомбаки.
Чего мы выберемся отсюда? Скину он поймал. Ладно, нам наверх надо сходить. Хотя бы на второй этаж, там можно будет по вентиляционной шахте подниматься. Что я, наверное, сейчас и сделаю. Нет, давайте на следующий уже. Зомби с ППШ. О! Ладно, хорош открыть. Чего мы тут не найдем полезного? Кстати, Мосинка прикольная такая тема. Если стрелять в нее точно. Так, где? Где, что, где? Вот туда нам, да? Ну чего, сейчас доберемся. Вот это можно разглядеть. А я гномосинку себе оставлять все-таки не буду. Не знаю. Больше мне нравится автоматическое оружие. Ошивался, забавно такой, хрипел, что-то потом убегать начал от нас. Короче, туда наемники пришли, короче, убили этого контролера. Нехорошо как-то получилось. Хотя странно, мы наемников вроде всех перешили. Это подкрепление какое-то пришло. Да ладно. Они здесь, конечно же, хорошо. Еще и радиация нас убивает немного. Хотя не убивает даже. Бежали, можно сохраниться. Эти нацисты, они просто пидорасы какие-то. Тыранули меня, пацаны! Не понял. Ты что делаешь? Хороший. Ой. Не, вы это видели? Так, Химера ликвидирован, лучше тебя не знать, как это получилось. Ну, получилось, теперь тут будет относительно спокойно. 20 штук, я всего лишь один раз выстрелил из гранатомета.
На, забирай мосинку. Ну, в общем, вы... Давай-ка, почини-ка мне. Какаш? В общем, выкладывай. Забирай это еще добро. Я думаю, больше мне не потребуется, да? Давай сюда подствольников. Денег у нас 97 косарей. Костюм у вас дешевый. 275. Не хватает пока еще. Он похуже нашего. Я думаю, говно всякое покупать не стоит, да? 37 тысяч комбинезон Сева. Вот Севу я хочу. 137 тысяч стоит. А давайте, знаете что? Давайте, я думаю, на этом серию можно будет завершить. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Ждем следующей части. Ставим лайк, если понравилось. Пока.